мы хотим обратиться к Ринату Леонидовичу, чтобы он объяснил свою позицию народу. Все-таки он очень влиятельный человек в нашем регионе. Он проживает здесь, он здесь отстроил стадион, здесь поднимает команду. То есть человек патриот. Соответственно, задаемся вопросом, будет ли он последовательным сегодня? Проявит ли он сегодняшний сегодня патриотизм по отношению к городу Донецку, к его жителям, к Украине?